Петербургские полицейские выясняют детали конфликта между двумя местными жителями на Софийской улице. О пострадавшем с травмой лица правоохранителям сообщили медики. Сам инцидент попал в объектив камеры наблюдения, расположенной у парадной. На кадрах видно, как один из мужчин отталкивает потерпевшего, а после стреляет. Полицейские задержали нападавшего спустя несколько часов. У него изъяли аэрозольный пистолет. Возбуждено уголовное дело. Состояние пострадавшего удовлетворительное.